Сейчас проверяем. Я нажимаю. Стоп, нет, еще не нажимаю. И я в начале игры нажму. Насчет чего? Запись? Угу. Ты на СП-то вообще умеешь играть нормально? Сейчас. Ну, за СФ я, короче, играю своеобразно, скажем так. То есть там свои приколы. Ты койлами попадаешь, самое главное? Да средненько. А чё у нас игра не начинается? Я вот нажимаю. Я еще не появился. Понял. Вообще попадаю. Вообще, в принципе. Ну, такое. Ну, бывает, короче, да? Да. Так. Что же нам делать? Как нам Пуджа убивать за СФом? Молиться. Может, этого призвать Виспа? Призвать Виспа, чтобы он разобрался, да? Да, у тебя ульта такая есть, нет? Нет, это нужно накопить 20 тысяч, не тратя ни копейки, и потом у тебя появляется кнопка, типа, купить виспа. И сразу шестислотовый висп врывается в игру. Нифига ты шутишь. И что? Я такой вообще-то. Так, попробуем тогда вариант без фастботла, да? Как удобно. То есть, это слово пишется. Какое? Как удобно. Тут, в принципе, как хочешь, так и пакуйся. Без понятия, как там нужно паковаться. Не, я говорю, просто варианты будем разные пробовать. Это понятно. Подбирать, да. Ты что ж, когда играешь PvP постоянно, да? Разные ситуации собираешь. Ситуативно! Ну, конечно. Как, блядь, говорить слово тупое? Ситуационно, наверное. Да. Ты уж скажи, в каких ты случаях покупаешь армлет? Да во всех. Практически. Там. Не, на самом деле это наебалово. То есть армлет я покупаю. Хер его, я как-то интуитивно чувствую, что вот сейчас он пригодится. Вот и все. То есть там нету никакой сверхстроты. Как-то мне попадался, короче, минер. Так. А против меня был котл. Это вообще без шансов. Против тебя что был? Котел. А, понял. А он, короче, почти сразу купил гем. То есть я минера взял, быстренько пошел, там руну заминировал, PvP руну заминировал. Угу. Думал, крутой. А он сразу гем купил. Все, провал. Контрацепт. Угу. Так он же сейчас, он спушивал в говно просто лайн. Угу. Не, ну там минерам свои приколы нужно делать, конечно. Я не знаю. Ну, толкать. Ну, там и форсировать можно, и, короче, дохуя подгадывать. Так, ну пока что мне нравится, как все идет. Раз, два, тычка. Этого не убьем, ну и хуй с ним. А! Так, не то. Еще минус. Так. 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 Так, ну пока все хорошо. Теперь так. В принципе, даже если ты сейчас притянешь. Опа, фласочкой пошел мазаться. Это такое себе. Фласочка, фласуля. Угу. Так, и вот здесь вот пошел трейд, да, у нас? О, хорош, какой хук хороший, ох. Да. Эх, жаль, что это не ботл ко мне идет. Точнее, не ботл, а этот. Не сапог. Угу. А, так у тебя она есть на хук, получается. Ладно, тогда отойдем. Так, настоящий вон у нас мажется. Давайте, голубчики. Откисайте потихоньку от меня. Вот, молодцы. У-у-у.
Так, палит, палит меня. Угу. Опа! Испуг, испуг. Да такое, не, на самом деле я спокойно, я знал, что ты не попадешь по мне. Не потому, ну, что ты. Стой там за грибами, да? Да, то есть я специально стоял так, что там. Ну, по-любому не попадаешь. Вот здесь, кстати, есть окно небольшое. Но уже нету. А, как больно, жопу. Попа боль. Получается. Опять теряю время, опять. Ну такое, да, есть немного. Так. 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 Ты фрезы уже? Да. Вот сейчас немножко подставляюсь. Но это дело такое. Дело наживное. Да. Так, теперь мне нужно подумать, что сейчас купить. Потому что это самый важный момент. Да, больно, больно. Угу. Так, и свалим отсюда от греха подальше. Хе-хе-хе. Ну, путь с прокаста сносит очень много. Очень много. Ну, тебе еще должен попасть пуш прокаста, стоя на минду, правильно? Ну, рано или поздно более... он, как правило, попадает. Не, ну, тем более, ты же не нуб, правильно, ты же понимаешь? Что такое? Одно дело, когда там стоишь, просто, ну, в обычной игре там, правильно? А когда человек опытный, он, конечно же, будет за крипами стоять все время. Не, ну, типа, а так в обычной игре, что, не нужно от поджама носить? Ну, нужно, но они все равно более-менее менее опытные, например. Раковатые, скажем так, да? Ну, конечно. Я понял. Ну, например, сам... последний мой PvP, там уже все под... ну, абсолютно по-другому. Да, там подставился, справился, то есть не заморачиваются люди. А тут, да, тут нужно стараться. О, фрифарм. Да-да. Эх, зря. Вот это я сильно отдаю игру. Ты не понимаешь, это очень... то, что я не саданул сейчас у тебя, это очень огромный минус для меня. Потому что в каждый момент может возникнуть размен хпшками. И он может решиться вот как раз на вот этой пиздюлине, которую я не дал. Вот в чем дело. Но, к сожалению, точнее, к счастью, пока что везет мне. Повезет любви. Угу. Так. Ах, боль. Кого ты вообще не кидал, да, по-моему, ни разу? Да нахуй не обосрались. Купил, называется, Majestic. Да. Да, купил? А, в натуре купил. Красава. Ну, обычно, когда я играю против СП, они кидают Койла. Хуйня это все. А ты качал вообще Койла? Нет. Ну, серьезно? Серьезно. Ну, понятно. СП без Койла. Да, рак, репорт. Почему? Такая мода есть? Ну, я знаю, я же ее и задал. Фиг его знает, ну, кто так делал? Не, я задал по науке, скажем так. То есть, есть там вот Link делал СП без Койла через Madness и... Да. И Dissolve. Это очень неправильное решение. То есть, потому что два орба, которые заебешься менять местами, типа, короче, хуйня. Другое дело, ты этот слот занимаешь Дейдалусом, то есть, когда просто пару пиздюлей и все. Так, нам тут так вот. Ну и в целом, наверное, как-то так.
Да. Ах, как же промазал, Слава. Как же Слава. Ты больно промазал. Да, как же я даже промазываю больно, да? Все это плюшка, это боль. Это да. Да господи. Грибы тупые, мешают постоянно. Пидорасы, просто пидорасы. Какой-то баг, ну давайте-ка пофиксит уже. Да. Так. Блин, вот потянуть линию на себя нужно. Почему я... А, я не могу это сделать, потому что у меня минус армор аура. По сути, то есть... Ага, изи. О, вот это ништяк. Так, так. Куда я попёрся? Меня унижают опять. Так, ладно. Это такое, все хорошо. Это дело нажимное. Конечно. Ля-ля-ля, и тавр сразу меня ковырять, как только я в радиус вошел. Кстати, фризы, офигенный арт. Ну, такое. Там свои приколы, там целая наука по поводу вот этих фазов, костыля, то есть... Пишет мне чувак, очень неприятный. Ты сейчас не можешь, давай паузу поставим. Да в пизду. Чтоб потом не говори, о, хук попал. А, и типа убил поэтому, да? Да, я тоже так не хочу. По-моему, отличная отмазка. Все, я обезопасился. Да ладно, я шучу. Я же говорю, я лучше поигнорю, типа нормально. То есть видишь, сейчас был небольшой моментик, и специально, чтобы не дать никаких шансов, я активирую фазы и сразу ухожу в бок. Mm-hmm. То есть если даже ты вовремя кидаешь... Да, я знаю, он медленно летит хук, ты увидишь его. Да-да-да-да-да. То есть мне надо собирать аватар, получается, по фасту? Ну, можешь попробовать, в принципе, почему нет. Проблема в том, что пока будет лотар, там у меня появятся какие-то артефакты. Дагер типа, купи. Типа скади, тараски, там, я не знаю. Рапиры, двух рапир. Ну, тебе фрифан, конечно, полный. Да, то есть... О, промазал, ништяк, я такой. Так, сейчас ты отсюда меня можешь изи хукнуть. В окошке вот этом спрячемся. И вообще отойдем отсюда. О, да-да-да, вот как раз ты там и стоял, где ты меня должен был хукать. Это предсказуемо. То есть видишь, вот это отсутствие этих, скажи кого? Вардов. Вардов, оно тренирует мозги, ты должен постоянно думать, где находится твой оппонент. Просто если ты играешь за пуджа когда-нибудь, ты понимаешь, где он будет стоять, в любом случае. Скорее даже против пуджа, то есть я не столько любитель сам кинуть хук, сколько уклониться. Потому что сам я его кидаю как кривожопая. Промазал, промазал. Больно промазал, больно. Больно промазал, да. Так. Вот, смотри, у меня сейчас 800 хп, грубо говоря. То есть, по сути, у тебя все шансы до сих пор есть. Да, я то знаю. Есть, в случае с виспом, там, где я мог трейдиться, в любом случае выгодно для себя, то здесь... Вариант только если идти под тебя идти. Но пока я дойду, там столько дамаги мне вольется. Очень много, да. То есть... Почти. О, мой шанс. Мой шанс. Так, ну мне нравится. Шанс ударить? Ну да, да, мой шанс немножечко пробить. О, я знаю, что я куплю! Mask of Madness, это мой любимый артефакт. Да, тоже люблю его. Отличный арт. Особенно на Enchantress. Да, в принципе, есть такая тема. На Сайлансера, которого сейчас сделали супер кэрри. Блять, что за руны даунские? Что там, что там? Опыт один. Ну, в принципе, неплохо, мне да кажется. Да говно, лучше какая-нибудь хоста бы. Да хоста хрен его знает. Его быстро полезно бегал. Ли. Люблю быстро полезно бегать. Ли. Ну да, в принципе, ты там прибежишь, но типа... Неизвестно, чем этот прибег закончится, вот в чем проблема. О, хорош. О, мой шанс пробить. Получилось? Так. Нет, я занят, я получаю пизды от тавра. Так, ништяк. Пу! Ты подставился специально, да? Не, ну в целом я сейчас не задумывался. Лол.
То есть, по сути, где мне нужно было победить, это вот в самом начале пару крипов там убить, чтобы как-то навязать преимущество. Не, сейчас просто я говорю однозначно, я согласен, что ты играешь в PvP точно лучше меня, это 100% я согласен. Я знал, куда я иду, знал, естественно. Не, в целом, да, то есть я не знаю, там лучше, хуже. Может быть, просто подборка персонажей такая. То есть, ну какая? Ну пуш против СФ, о чем ты говоришь? Ну хрен его знает, не факт, что я бы выиграл СФ, например, будучи под джомп. У меня получилось тебя утешить? А я не слышал пока. А я хук кидал. Я говорю, не факт, что у меня бы получилось выиграть Буджом СФ. А, ну не знаю. На любом случае, могу сказать, что нелегко. Нелегко, конечно же. Не как обычные игры, безусловно, никак. Ну да, тут... Здесь опыт чувствуется, конечно. Спасибо. Я тебя хвалю, понимаешь? Ну да, да, да. Так... А что ты доту не бросай никогда, ладно? Хорошо. Я бы такой, чтобы немножко линия в мою сторону толкнулась. Мне как-то впадло там стоять, знаешь, в ебенях. В Блэдмейле вам на неохота? Да тут дело не в Блэдмейле, просто мне, знаешь, как-то комфортненько-то. Вот ты здесь. Даже, даже если сейчас я попадаю тебе хуком, да пока ты летишь, ты можешь врубать Блэдмейл. На самом деле не факт, потому что я в это время, грубо говоря, встану. С чего ты взял? С того, что дается стан, пока ты летишь, и на приземлении небольшой стан тоже есть. Ну, надо проверить, по-моему, можно. Ну, давай как бы не сейчас, если что. А то мы так проверим, что ты меня возьмешь и вынесешь к хуям. О, видишь. Так, ага, там варды, то есть. Ну, все профессионально, понимаешь, ты что думал? Хухры-мухры? То я понял, тут уровень есть такой, да. Пока летел хук, ты спокойно отошел, поспал, поел. Ну, да не, ну то такое. Так, ну я не знаю. Не, ну пуш, конечно, не самый мой любимый герой, это один из моих любимых. Ага. Топовый герой, наверное, Кунка у меня, мой любимый. Неплохо. Ну опять же, он соломит, конечно, это вообще без вариантов, нет смысла даже. Не понял, он слабый в соломиде, либо сильный? Не, ну просто смысла не вижу. Больше мне нравится, когда там именно прокат сделаешь, там корабли, все это, там торренты. А соломит это все равно не сделаешь практически никогда. У него очень маленькая дальность прокаста. То есть я вот так стану перед тобой, и вот так должен корабль кидать. Конечно, ты меня увидишь. Так не, он же там прокаст конки ложится через этот. Через скажи что. О, ништяк. Иди сюда, иди! Да без проблем, без проблем. Я что, против? На! Ну чё, минусанул, да? Пока! Неплохо. Слишком неплохо. Легко, короче, было, слишком легко. Это уровень, это уровень. Ну давай до двух побед, до двух убийств разница, да? Ага, а можно еще давай, типа, кто путь, что побед, тот победил. Не, серьезно. Так, хорошо, в общем, поставлю, во-первых, варды, потому что мне нужно тебя харасить по-человечески. Что еще можно купить на эти бабки, которые у меня есть? Сколько у тебя, 100 монет? Ну, где-то так. Где-то 1000. А, там нолик потерялся. Да, потерялся. Я вот думаю, что купить, что купить, ничего в голову не приходит, если честно. Может быть, Тараску или Скади. Вот Скади неплохо, в принципе, припаковать было бы. Такие долгие арты хочешь собирать? Не, ну, по ходу игры я могу, конечно же, успеть... Ну иди ко мне! Сейчас приду. Врубай Маднес и иди сюда. Ладно. Я пошутил. А, ну ладно, хорошо. Ты что там предупреждай. Ну я буду говорить, когда шучу, когда нет, ладно? Хорошо, только заранее, чтобы я не успел убить потом. Не, на самом деле не факт, что я здесь выиграю, потому что мне очень долго нужно до нужных мне ртов. У тебя бледный мент есть. Бледный мент не помогает, как видишь. Да ладно. Только что же, я сам себя продамажил.
Но то, что ты сам себя продамажил, это одно дело, а то, что я сдох, это другое. Типа, если ты грамотно меня под вышку хукнешь, то там мне пиздец. Фармим, фармим, вот. Крипов. Да. Так, так, ты меня задел случайно. Так, так, так. Так, здравствуйте. Как тебе, нормально я ушел, да? Не, ну я понимал, что ты там, потому что... Типа, туда ты не успевал уйти, потому что у меня МСК больше. То есть, по сути, почему? Тебя там не могло. Но тебя там не могло быть. А почему тебя больше? Это баг? Ну какой-то баг, который возникает, когда ты активируешь Madness и фазы. Правильно, сначала Madness, потом фазы. Самое главное правильно сделать, получится. Ну да, в принципе, да. Не, просто ты идешь наоборот, ты в курсе, да, что сбрасывается фрезы? Ну да, я в курсе. Ну я для твоих зрителей говорю. Научим их играть. Зрители, вот теперь, благодаря Михаилу, вы знаете, что фазы нужно активировать в последнюю очередь. Иначе они с вас собьются. Слушай, не знаю, зачем купил эти вардики боссаны, если тавера нету. Давай попробуем сделать бойдмен, как мы хотели. Давай? Да не, не хочу, ты меня убьешь и пиздец. Не, давай тогда, хорошо, договоримся, что я не буду убивать, хорошо, договоримся. Так я потом заебусь отжираться. Ну ты чё? Да не, не гони, ну серьезно, какая разница, ну уже выиграл. Ну хорошо, смотри. Мы же не будем лобби создавать. Все хорошо. Так, я обещаю, что не убью. Подожди. Сюда, встань сюда. Ты меня хукаешь, и я после этого сразу активирую Bladesmail, да? Подожди. А когда я должен активировать Bladesmail? Когда я попаду хуком. Как? После? После? Да, того, после. Все. Ты же увидишь анимацию? Хукай, а я тебе могу свои сейлы дать, они будут работать? Подожди, не трогай. Убей крипа вот этого, к хуям он не мешает. Серьезный ход. То есть смотри, теперь хукай. Блять, я тебя не вижу. Блин, не видишь? Ну, сейчас я варды поставлю, подожди. Стой. Ну, блин. Ну да, поставь варды. Они у тебя есть? Я поставил уже вард. Все, ну ты так. Стой на одном месте, зачем ты идешь? Все, я стою. Я чтоб дальность максимально. Ну что, кидаю? Да. Вот. В конце саунд, да? Да, и активировал. Ну вот видишь? Так неплохо, так неплохо. Да, я тебе говорю, что в любом случае смог бы активировать. Не, на самом деле, если ты меня начал жрать, то не факт. Ну смотри. Давай попробуем с жрачкой, но я тебя убивать не буду. Но это тебе нужно очень быстро все сделать. Давай попробуем. Прям. Ну, так я тебе говорю, что это нереально, ты можешь в полете уже врубить. Да, но если ты в полете, типа, успеешь нажать на меня, то, типа... Ты можешь начать меня жрать, а я еще не начну это самое. Так. Давай попробуем. Ну давай. Сразу нажимай жрать. Не видишь? Да, чтобы ты подальше стал. А ты ж хук-то не успеешь. Успеешь нажать? Да, успею. Давай. Да. Ну, ты не начал жрать меня. Вот я бин перепутал. Сейчас, секунду, давай еще раз. Давай. Знаете, я фляски, я тебе сейчас сюда кину, они ж будут на тебя работать? Да я отожрусь от крипов. Сейчас буду руну возьму, мана нет. Да я говорю, мне просто бинт новый, привыкаю к новому бинту. Бинт? Зачем биндить на пуджа? Что там? Что биндить на пуджа можно? Ну в смысле, я имею в виду кейворды. Понял. Забиндить клавы, я понял. Да. Давай, что, готов? Сейчас. Так, ты меня видишь здесь? Да. Давай. И начинай жрать сразу. Да. Раз, два, три, давай. О, видишь, а я сразу жал, когда ты летел, я уже нажал. Так что, зрители, мы протестировали. Ну, значит, что-то тут такое. Все будут. Не, ну я знаю, что Дэнди успевает, насколько я помню, то Дэнди успевал, типа, вот такие вот вещи проворачивать в плане поджа. Опа, попадос на лавандос! Камон, хиро, камон, хиро! В смысле, у меня пуш упал. Блять, это баг какой-то. Как пятно красное. Как с фазами и Маднесом. Не, ну в целом партия веселая. Я бы на твоем месте, кстати, выложил, потому что... Да я в любом случае выложу, конечно. Потому что прикольно. Вот. Ну, собственно, тогда спасибо за просмотр. И нужно покурить. Да, нужно покурить. Хотя я не так. Курил, но пойдем курить. Все, всем good luck. Останавливаем. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.